Всем-всем-всем привет, с вами приспешник был такой Фифер, ФК Кефир, это его протеже Сэрс-гигант. Вы, может, подумаете, какого хрена, что за педик чушь несет, и в целом-то будете правы. Однако в этом видео я ставлю задачу помочь вам увеличить количество побед, или же, по крайней мере, немного лучше понимать PS-ку, или даже играть более комфортно. Даже, наверное, это и основная задача, именно играть более комфортно, соответственно, получая намного большее удовольствие от игрового процесса. И, соответственно, что я хочу вам показать? Я хочу вам показать, как вот желательно настроить меню интерфейса в непосредственно в футбольном матче. Чтобы не было, помните, внизу есть богомерзкая вкладка с фамилиями игроков и их выносливость. Потому что приходится чуть-чуть ниже смотреть, да еще и это занимает немного места. И, соответственно, что для этого нужно? Отображение радара тут вы ставите внизу. Имена игроков выкл. Здесь просто вы копируете все, что у меня есть. А, и второе самое главное, нажимаете геймпад, контроллер 1, настройки 1, доп. Параметры и тип курсора, имя игрока. Ну и, соответственно, все остальное вы копируете. И будет у вас все чики-пики, и примерно будет следующая картина. Давайте я сейчас покажу вам. Команда мечты. И зайду в матч в онлайне. В общем, к сожалению, соперника мы не нашли, поэтому покажу, как это будет все выглядеть. И зачем еще меня слушать? Я один из тех игроков, которые играют хорошо, красиво, уверенно. И никогда не испытывают какие-либо проблемы, трудности с всякими там топ 100. Может быть, я не всегда выношу, но я не использую особо скрипты, потому что играю в свое удовольствие. Вот сейчас все это загрузится и покажу, как будет выглядеть интерфейс в матче, соответственно. Извиняюсь за свой голос, я просто давеча выступал в Большом театре Минском и голос сорвал. Ноту C7 никак не мог взять и, соответственно, порвал связки. Вот видите, внизу у вас не будет показана информация по выносливости, по силе удара, по фамилиям, ибо к черту это. Но зато вы видите, что сверху надо игроком будут фамилии. Видите, Антони, М. Рашфорд, агент 007, Джейдон Санчо. А зеленый, кстати, вот цвета неудачный выбрали, но может быть это сделано так, чтобы на каждом стадионе было видно. Нифига я сотворил красоту. Может быть это сделано так, чтобы на каждом стадионе при любой погоде можно было увидеть выносливость, не знаю. Ну и соответственно будет ниже сила удара, паса, навеса, паса в разрез. Недовольные болельщики Арсукала. Давайте... Я замолкну, спасибо за видео. Смотрим гол сезона. Да, блин. Да. Ну и графон, конечно. В сравнении с FIFA. На. Бред.